В прошлом выпуске новостей мы рассказывали о первенстве России по кабельному вейкборду, которое впервые прошло в Славянском районе. Эти престижные соревнования были проведены здесь, потому что для этого создана необходимая материально-техническая база, и она дает отличные возможности для развития вейкборда в нашем муниципалитете. Глава Славянского района Роман Синеговский вместе с начальником управления по физической культуре и спорту Александром Прищепой в ходе рабочей поездки посетили вейк-парк в Маевском сельском поселении. Роман Синеговский задал ряд вопросов руководителям вейк-парка СНК, построенного по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», и получил на них подробные ответы. Глава района подчеркнул, что вейкборд – это красивый современный вид спорта, к которому сейчас получат возможность приобщиться как дети, так и взрослые. Вейк-парк удобно расположен, здесь есть все необходимое для активного отдыха. Это важно, ведь стоит задача популяризации спорта, обеспечения для жителей максимального количества возможностей для занятий. Лучшая оценка парка – положительные эмоции отдохнувших здесь славянцев и кубанцев. Управляющий вейк-парка Аркадий Лось рассказал нам о том, что установленное здесь отечественное оборудование очень высокого качества. Мы заказали у них последнюю установку, которая не имеет сейчас аналогов в Российской Федерации на сегодняшний день. И благодаря, наверное, все-таки им мы получили ту тягу, которую сейчас ребята, которую все хвалят. И вообще такой вейк-парк. Вот. Также все фигуры, которые установлены в парке, это также разработка ребят от компании Vertigo Sport. Это все-таки российский производитель, который не уступает европейцам. И мы очень довольны всем оборудованием, которое они производят. В вейк-парке есть все, чтобы спортсмены и любители вейкборда смогли здесь питаться и отдыхать. Есть гостиница, баня, зона отдыха. Для того, чтобы люди сюда приезжали, как раз и необходимо, чтобы здесь была зона отдыха, место, где они могут разместиться, это гостиничные номера. Вот, поэтому это все в совокупности дает вот то, что мы видим сейчас вокруг нас. Также в будущем мы, конечно, постараемся доделать наш бассейн, чтобы люди из города приезжали к нам, отдыхали. Вейкборд очень интересен детворе, и юные славянцы при содействии этому вполне смогут осваивать популярный вид спорта. Также и мы хотим здесь иметь наших спортсменов, тренировать их, и чтобы они представляли нас на всероссийских соревнованиях, представляли свой район. Благодаря имеющемуся вейк-парку СНК, скорее всего, в ближайшем будущем в нашем районе будет развиваться кабельный вейкборд. Интереснейший и перспективный вид спорта. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».